Всем привет! У нас продолжение на карте Владимировка. Везду первую партию Пилоса на продажу. Январь месяц у нас. Так, арендовал такой вот погрузчик в Вольвовске. И прицеп тоже у меня в аренде. Для тюков. Очень много помещается. Тут почти, по-моему, ну, две вот этих. Две кучи, которые на поле стояли. По крайней мере, показывает здесь 161 тонну, но мне кажется, здесь даже больше. Часть даже, по-моему, еще ремнями даже не захвачена, поэтому она не отображается. Вот, а везем сейчас на этот, на скотский двор. Там сейчас лучшая цена. Посмотрим, что заработаем с одного прицепа. Там еще много его. Я думаю, что пару рейсов надо будет сделать. Вроде обед, но как-то. Так, покупка, продажа животных. Прийти шлагбаум. Так, а продажа, наверное, где-то здесь, да? Давай попробуем, наверное, сюда. Придется сбрасывать, да? Ну ладно, сейчас мы попробуем погрузчиком тогда все это и сбросить сразу. Верхних начнем. Так, да, так идет продажа. Ну, нам, наверное, проще даже вообще перевернуть просто прицеп немножко и все. Ну, неплохо получилось. 100 тысяч с одного прицепа. Конечно, да, с разгрузкой тут немножко сложновато. Ну ладно. Уже издержки.
А это, походу, то, что я думаю, да? Как он не собирается? У меня опять конфликт кнопок, наверное, этих. ЦР, которая... Ладно, потом заберу. Едем еще когда за партией. Кто-то строится. Участок купили. Ну что, давайте, наверное, сейчас загрузим все еще партии хотя бы одной. Везем на продажу. Мы не будем свозить в этой серии. Я буду за кадром свозить. Но сколько-то нас везем. Так, и штука сразу укладываем здесь. Попробую сейчас хотя бы два. Два этих тога закинуть.
Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Ну, в натуре я, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Так, ну что, загрузил тут еще две кучки. Вызвал тут еще кировца на подмогу. Уже темнеет. Так что сейчас свезем вот эту партию. И на сегодня пока хорош. Так. По изменениям, если кто-то заметил, я тогда уже в конце серии расскажу, что тут и как. Пока не будем, как говорится, на этом заострять внимание. Так, а так сейчас туда поехали. Завезем это все. Потому что ночью работать погрузчиком будет максимально некомфортно. Вот. Ну, не знаю, завтра, наверное, уже, потому что остальное тогда за кадром продам. А нас на утро надо будет еще кое-куда съездить. Кое-чего напилить, скажем так. Потому что я там себе построил еще за кадром лесопилку небольшую. Такую. Когда не лесопилку, а короче, и такое производство по дровам. Нужно будет привезти дерево. Что сейчас зима, сезон, именно заготовки дров. А это можно подзаработать пока. К весне, к лету. Так, подъезжаем уже. Я надеюсь, оно этих прицепов так примет. Разгружать не надо будет, но хотя, если что, у меня есть запасной вариант. Ну, по идее, должно так принять. Принимает, да? Ремни не помогают. Ладно, я понял. Сейчас тогда разгрузим. Немножко надо подальше встать. Примерно как-то так. Оп. Так, ты там не впишись. Так, и разгрузка у нас слева. Лифт. А куда? Справа, справа на лифт. И... О, пошло. 53 тысячи, да? Ну, неплохо. Давай второго. Уже сейчас разгрузим его. Ой. О, чуть-чуть не это, не попали, да?
Эк. Давай сюда их подвинуть. Ну вот. Ну, неплохо. За день подняли. Так, ну и я хотел еще вот эту штуку попробовать забрать все-таки. О, теперь работает. Все, отлично. Все, возвращаемся сейчас на базу. Технику пока поставим там. Арендованную эту. Блин, ну в салоне, конечно, у него тут четко. Ехали. Но возвращать пока не буду это все, потому что смысл возвращать, если нам еще надо будет рейс на 2 так точно делать. Поэтому пока что на базу. Ух ты, резко я тут вернул. На базе, бро. По базе тут, в принципе, особо изменений нету никаких. Единственное, Михалыча пока нету. Но думаю, в следующей серии он появится. Так, ну бросим, наверное, где-то здесь, на площадке. Так, и кировца тоже рядышком. Кировца надо будет заправить потом. Так, ну что тогда? Идем домой. Наси гуляет. Встретимся туда уже с утра. Ну вот и утро. Снежок пошел небольшой, кстати. -3 на улице. Так, прицеп тут тоже поменял. Курей есть поесть, так что нормально. Сейчас собаку покормим, да поедем. Где он там бегает? Где-то бегает. Ладно, пусть гуляет. О, что поставили соседи. Так, вот такой прицеп, кстати, купил. Не помню, показывал, не показывал. Для леса. Сегодня поедем в лес небольшой. Там есть около, так, около этих получается теплиц небольшой такой сосонник. Туда и поедем, надо будет напилить хотя бы пару бревен.
Едем туда. Ну, встретимся уже там, потому что там дорога не близкая. Хозяином рассчитаться. Он там 3000 обещал. А он мне говорит, пару сосен можешь пилить. А как дело тут проехать сложно? А ну вот. Давай здесь и проедем. Конечно, можно будет, конечно, может и ночью сюда заехать, но я уже не стал, как говорится, это наглеть. Так что спилим парочку, да рассчитаемся, да поедем спокойно. О, это то, что я думаю. А вот он, пожалуйста. Оплата за деревья как раз будет. Так, надо выбрать тут какие-нибудь такие побольше. Хотя они тут все одинаковые. Далеко тут ходить не будем. Возьму тогда вот эту. Может быть, еще вот эту рядышком, которая. А, точно. Пойду-ка я. Наверное, разрешение спрошу. Так, ну, рассчитался. А это теперь пили. Так, я надеюсь, она на трактор не попадет-то. Немножко сюда. Так, ну и давай вот это еще. Вот это сейчас я их попилю быстренько, закину и поедем. Немножко кривоватые, но что поделать,
Кстати, с лесом на этой карте вообще беда. Такового его здесь нету. То есть вот эта вот опушка, которая здесь, ее создавал я уже сам. У вас ее вряд ли будет. Ну, точнее, не вряд ли ее конкретно не будет. Да, сейчас попилим, загрузим, поедем. Так, опилит, поскольку, наверное, метров по 5, по 6. Где-то так. А, дал еще 1500, все-таки 3 бревна спилил. Да, ну это совсем мало. А ехать-то не близко. Тогда возвращаемся на базу. Точнее, да, домой. Покажу, какую там лесопилочку поставил небольшую. Ну и запустим заодно. Вот теплицы немало, кстати. Можно неплохо подняться, если их все запустить. Это надо кучу времени на них, чтобы все работало положено. Кстати, обратно дорогу нашу побыстрее через поля. Пини, кстати, у меня сейчас одинакового размера. И перестал работать тот мод, который поросят добавляет. Хранение не загружается, на 99 виснет и все. Так, я здесь поставил вот такую вот панцирь обработки дров. Вот сейчас сюда выгрузим это все. Вот куда здесь подъезжать? Вопрос хороший. Где-то здесь может. А, ну да, вот, отлично. Так, управление здесь. Создание, ну, давай, наверное, кодирование. Так, и оно у нас включить вот так. Все, ваш процесс, сколько тут, 6,5 привезли, да, получается 6,5 кубов. А, ну, трактор пока здесь оставлю. На базу поеду на нем. Вот, короче, плюс у меня форс-мажор.
кое-как восстановил это сохранение по Владимировке. Остальные, к сожалению, утеряны. Трактор так стоит некрасиво. Ну и сохранения слетели. То есть это ягодная и осада, и бжозовка. По ним, к сожалению, серии уже больше не будет, потому что восстановить их нет возможности. То, что осталась только Владимировка. Возможно, еще будет какая-то карта, но пока что с этим спешить не буду. Так что будем на этой. И вот дела. Так, ну, мы тогда, в принципе, будем пока что завершать эту серию на этом. Всем пока. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И до новых встреч.